Сотрудник полиции задержан вместе с братом за вымогательство 5 миллионов рублей у предпринимателя. Завезли в лес, связали руки, избили очень сильно и привезли, видать, домой, что поставили его на колени. Даже после задержания полицейского жертве продолжают поступать угрозы. Предпринимателя пришлось взять под госохрану. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Диалог».